Добрый день, добрый вечер, кто когда меня смотрит. Вы на канале у Алены Кочневой. Сегодня хотелось бы с вами поделиться своими завершенными работами в этом году. Их не так много, но есть. И очень много еще начато. Так что это, конечно, не конец года еще, но все никак у меня не получалось снимать видео. И вот я решила... Наталья мне опять написала, чтобы я сняла свои завершенные работы. Так что сейчас я снимаю, которые доделала в этом году. Некоторые начаты в этом году, некоторые с того года. Первая работка – это вот бисерная Маргарита. Все-таки я ее доделала. У меня она вставала в том, что мне не хватило вот здесь чуть-чуть бисера красного. Вот, я его докупила и доделала. Наконец-то у нас его привезли. И вот такая вот у меня получилась работка. Бисер я подбирала сама. Покупала я только вот ткань, на которой вышивать. Тут какое-то у меня пятно уже появилось. Ну, это все заделается, не знаю от чего. Лежит уже сколько надо оформлять. Вот, бисер я сама подбирала. Так что можете посмотреть, как получилось. Как вы считаете, хорошо подобрала бисер? Так, ладно, это вот первая работа. Вторая работа была сделана с любовью для бани. Кто смотрит мои видео, знает, что есть баня, и я в баню вышиваю. Это, по-моему, уже четвертая или пятая картина в баню. Но вот это еще не оформлено. Те оформленные висят в бане. Кто хочет посмотреть, посмотрите в видео. Так, что хочу сказать по этому набору. Сделано с любовью, мне очень нравится. По схемка у них тут цветная, конечно, глянцевая. Ну, читабельная. Для меня, с моим зрением, пока вроде по все хорошо. Так что, вот такая вот. Что по остаточкам? По остаточкам осталось, мне кажется, даже может еще... Ну, некоторых, конечно, может и не хватить. Нитки длинные. Вот сколько осталось остаточков. Здесь получается 24, по-моему. 24 нитки. Да, 24. Вот. Ну, некоторых можно добавить, подобрать. И можно еще один. Но пока он у меня... Мне пока этого хватит. Если кто-то попросит, может быть, еще вышить. Так, ну и готовая работа, она вот такая. Такой дедуля. Осталось только оформить. Вот такая вот работка. Тоже мне очень нравится. Для бани, мужу моему нравится. Так, следующее. Это начинала в этом году... Где-то весной, там же закончила. Если даже посмотреть, у меня по блокнотику. Сейчас скажу, когда же я ее начинала. Так, Риолис. Так, Риолис, Риолис. Что-то не подготовилась я так к вам это. Ладно, не буду пока искать. Вот такая вот от Риолиса на кухню. Их три. Я пока вот одну вышила. У меня две есть. Пошуршу чуть-чуть, извиняюсь. Хорошо, не достала заранее. По остаточкам. По остаточкам осталось всех ниток. Три вот планшетки. Ну, на второй отшив не хватит, но как бы есть. Схемка тут тоже цветная. Вот. Так, и готовая работа. Такая. Тоже она у меня не оформленная. Вот такая вот работка. Так, еще один. Это я вышивала дочери. Золотое руно. Дева. У меня такой один наборчик вышит рак. Она оформленная, висит. Вот
к этой рамка тоже куплена такая же, как к раку. И оформленная. Только не оформленная. То есть, что у нас по остаточкам? Золотое оно вроде хорошо. У них всегда хватает ниточек. Ну, по крайней мере, у меня ни разу не было, чтобы это... Оп, извиняюсь, у меня даже тут ниточек нету. Они убраны, видимо, в другом. Так что, извиняюсь. Ну, ниточек всех хватило. Даже можно подобрать, еще отшить. И готовая работа. Вот такая вот. Такой вот котик. Кошечка такая, с такой вот мышкой. Мышка в бусах. С ключиком, с каким-то. Киска такая, как прям натуральная. На диванчике. Класс. Мне нравится очень. Так. Еще один наборчик, который большой был. Значит, он был, даже не вам сказать, где-то около года, наверное, я его вышивала. Сейчас я быстренько, подождите минутку. Так, это 14-й. Тоже у нас знак зодиака. Рак, это у меня было в 2017-2018. Вот. Сейчас я тут минутку. И как-то я сегодня... А, вот Мадонна с виноградом у меня начата в 2018 году в 10 месяце. Закончила я ее в 20-м. Вот 6.05.20. Уже весной еще закончила, а снять так и не смогла. Это идет о таком. Это музейная коллекция. Золотое руно. Размер ее 47,4 на 33,1. Вот. И что у меня получилось? Сейчас я вам уже... И вот такая вот красота. Такая вот красота. Она даже в камеру у меня не входит. Даже как вот так, что ли, сделать вам. Вот такая вот красота у меня получилась. Если я вот так вот приподниму. Вот. Шикарная работа. Мне очень понравилось. Музейную коллекцию вообще, как бы золотого руно, я очень люблю. Вот. Вот это. Все вот нить, иголочки, посмотрите. Мои крестики, если кому интересно. Ребенок тут прям как натуральный. Прям как с картины. Но я очень... Очень рада, что я ее закончила. Мне она очень нравится. Что по остаточкам? По остаточкам тоже всех ниточек хватило. Всех вот. 4 планшетки было. Вот. Так что, кто хочет, начинайте, вышивайте. Очень классный набор. Ниточки прям, конечно, немножко тяжеловато, когда вышиваешь вот чисто одним каким-то этим. Ну как, оно идет вроде как легко, что не надо считать. Я, во-первых, не разлиновываю канву, не черчу. Я по чистой канве вышиваю. Вот. Что еще сказать насчет этой работы? Ну, я просто восхищаюсь ей. Осталось только ее оформить, и будет супер. Так что вот такие вот. И еще одна работка. Извиняюсь, я вас сейчас потревожу чуть-чуть. Оп. Вот, не сняла картину. Сейчас я вам покажу. Вот у меня... Вот есть, я ее оформила, но пока не сделала, видите, нашла вот такую вот рамку.
Она получается, видите, тут рамка большевата. Но пока ничего не нашла, как бы показать, чтобы не отсвечивало здесь. Ну, пока я вот ее вот так сделала на время, чтобы она не лежала у меня в рулончике. Как бы ее вам. У меня здесь еще висит вот такая вот картинка. Ну, это сделано в багетной оформлено. Девочка. И есть еще вот такая вот. Как-то вам показать. Вот так вот, наверное, чтобы не отсвечивало. Так что вот. Пока вот так вот повесила ее. Ну, я потом ее доделаю. Раз. Так что вот. Ну, на этом я буду заканчивать свои. Следующее видео выйдет, которое я начала в этом году. Да, в этом все наборчики, которые я начала в этом году. Вам покажу все свои процессики. На этом спасибо большое за внимание. Ставьте пальчики вверх. Пишите комментарии. Я комментариям всем очень рада. Всем стараюсь отвечать. И вообще просто даже это общение, когда пишут, смотрят, хочется, вдохновляются, хочется что-то новенькое начать, показать, какие-то наборчики. Так что вот на этой ноте я с вами прощаюсь. До следующего видео. Пока-пока!